ребятки, вы, если не смешно, не смейтесь. Если смешно, в этом вся штука. Мы все проверяем, живо это все или нет. Мы живем в век техники. Мы выходим, ну, конечно, раньше, в те времена, все это знают, посылали, я изобретатель, вместо меня посылали кого-то другого, потому что я был невыездной, машину с кем-то другим. Мы живем в век техники, мы выходим на международные рынки, машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину, целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то, кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что. Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину. Ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. Селяви. Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали, включайте, включайте. Он сказал уже через переводчика, нам понятно ваше нетерпение. И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали, ты куда воткнул, ты можешь вспомнить? Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уж за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.